В порту Новороссийска, где находится база Черноморского флота, сегодня сразу несколько важных событий. Там открыли новый пирс, он является элементом защищенного пункта базирования кораблей и подлодок. А через час к причалу подошла дизель-электрическая подводная лодка новейшей серии. Названа она в честь города и относится к третьему поколению такого типа судов. Она одна из самых малошумных в мире, вооружена современными ракетными и торпедными комплексами. У нас праздник не только встреча лодки, но и сдача объектов для подводников здесь, на российской базе. Новый пирс построен, на котором мы находимся. Дальше мы пойдем в общежитие, посмотрим, как будут жить подводники. Заканчивается строительство столовой, подано энергоснабжение на лодку. Ну, то есть это пункт базирования, который полностью обеспечит ее функционирование и эксплуатацию берега.